Andere Patricia, ich rasse mich immer alle. Kaum ein Hörbeschreiter, wenn du es sehr waschkort, waschkort, den der Gottleiber, Beiramirin, mit einem Gottleiber, Beiramirin, ihm in Hauten, Heiber, Wohen, Herger, Mulle, Schattle, Haule, Mulle, der Leben. Сахарова, да, Рахмет? Рахмет. Дорогие друзья, от имени Курултая Башкир Канады мы приветствуем узбекский фестиваль Хаулес Фестивал. Мы очень рады, что нас пригласили на этот фестиваль, потому что наши народы очень близки. У нас языки очень похожи, мы можем понять друг друга, хоть и с трудом. У нас одинаковые кухня, у нас одинаковые религии, и даже цвета наших национальных флагов одинаковые. И могу привести пример. Первый узбек, которого я встретила в Канаде, был Марат Ильясов. Буквально одну неделю назад, спустя четверть века, я узнала, что Марат Ильясов наполовину башкир. Так что мы родственники. Ассаляму алейкум, дорогие друзья. Вот сейчас я вам покажу часть башкирского национального костюма. Вот это называется хакал. И она такая на груди, которую башкиры носят. И сегодня у нас будет мастер-класс, где мы будем вас учить, как сделать хакал. Ну, магнитик, который вы можете повесить у вас на холодильнике. Как, да, и у нас еще один для вас подарок. Гульнара Овезова исполнит башкирскую мелодию на национальном этническом инструменте кубыс. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо, что я очень благодарна. Они с нами всегда, с первого дня, с нашего открытия, нашего башкирского комьюнити. Они нам много помогали, нам Фарида, представитель башкирского комьюнити. Много помогала, и я хочу лично опять повторить от своего имени, от имени узбекистанцев за всю нашу вашу поддержку. Спасибо. Спасибо.